We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Девчонки, всем привет! Я сейчас приехала в Hub 40. Тут написано. Это тут встреча от АИР, это медиасеть, и здесь мы знакомимся с блогерами. Сейчас я вам покажу, как это знакомство происходит. Меня Вероника зовут, мой канал называется АИР. На канале у меня сейчас 60 тысяч подписчиков. В следующем году я планирую набрать 100 тысяч. Вот сейчас у меня был на канале такой маленький перерывчик, у меня не было возможности снимать, но да, я думаю, к сожалению. Но ты возвращаешься. Да, да. Не будет больше расстраиваться YouTube. Все, ну, а цель 100 тысяч насичил. Все, классно. Мы или просто вставать вместе, чтобы все было. А потом... Меня зовут Филипп Трамбо, мой канал так и называется Трамбо, это моя фамилия. У меня 20-25 тысяч подписчиков, и в следующем году, я не знаю, я рассчитываю, может быть, 50 набрать, может быть. Давай, я в следующем году 50 тысяч подписчиков. Ну, 50 тысяч, я надеюсь, будет точно в следующем году. А что? Снимаю я более развлекательные видео, разговорные видео, влоги, чат-рулетку, иногда скетчи, реже намного. Больше на развлекательную тематику. Ну все, забиваемся, что 50 тысяч. 1,5 тысяч, ну в следующем году хочу хотя бы 10. Класс, молодец. Меня зовут Запорожская Анна, также у меня называется канал, я не парилась. Вот, у меня информационный женский канал, то есть там обо всем на свете, о женском именно. Но начинался он исключительно по материнству, по беременности, и как-то пошло-поехало, сейчас уже интересует все на свете. Сейчас у меня почти 12 тысяч, то есть к Новому году они будут. Ну, естественно, я реалистка. Вот, и хочу, естественно, 50. Хотя бы. В общем, девочки, это не моя, но я тоже такую хочу. Очень хочу. Мы тут собрались играть в Аукс. Я даже шоколадку ставила. Будет вкусно. Давай поменяемся, я буду. Итак. Слово игроку номер один. У тебя минута на успех. Да, но сидел в первом раунде, очень трудно предположить, кто бы это мог быть. Так, чисто по опыту прошлого раунда, я знаю, что самая нежная нежность может скрывать за собой все, что угодно. Поэтому практически наугад, но все-таки я почти уверен. Игрок номер 4, 5, 7. Да. Должен быть мафия. Даже карма. Спасибо. Я понимаю, что в первом раунде мы не выставляем этого никого на голосование, потому что будет некогда. Игрок номер два. Вам минута. Я, конечно, извиняюсь, но у меня не сильно было много впечатлений от того, как все происходило. Я еле успела к ночи сесть на свое место. Ну, кто
кто-то есть мафия, кто-то есть доктор, пока вообще непонятно, никто ничего не может сказать. Кстати, да, всем привет от мирного жителя, так что если что, чтобы не было таких потом подачи. Все, спасибо. Спасибо. Значит, еще маленький момент, давайте. Спасибо, стоп-слово. Если вы хотите поблагодарить, благодарю, все. Игрок номер 4, слово. Девчонки, я уже дома. Тут у моего карапуза щеки красные. Я не могу понять, из-за чего. Наверное, из-за печенька. Купила новое печенье, там, наверное, много сахара. Все такое. Мы тут без памперса ползаем. Приучаю его уже к горшку. Дема, надо спрятать твое хозяйство. А то когда нельзя показывать хозяйство, Дема. Тут у нас творческий беспорядок из игрушек. И Доминика. Да, это наш кефирчик. Даю на ночь бутылочки, буквально чуть-чуть, потому что я его пытаюсь отучить уже от бутылки. Мы на ночь обычно кушаем смесь Нэнни, и сейчас я уже хочу отучить его, поэтому пытаюсь его обмануть. Даю или кефир, или йогурт, но в основном это кефир. Буквально чуть-чуть, чтобы он как бы пососал. И вот, видите, ням-ням сразу. И у нас так вот он засыпает. Но, в принципе, один раз я попробовала, он уснул просто соской на ночь. И уже было без бутылки. Поэтому хотим уже кушать как взрослые. Бегемот. Завтракать, потом второй завтрак, потом обед, потом полник, потом ужин. Без бутылок уже. Пингвин. Нам год и три. Кто с нами не с самого начала, кто только с нами знакомится. Вот Доминике в феврале будет 11 лет. Вот, а Демке год и три. Тигренок. Дема, а как делает тигр? Обычно повторяет. Слоник. Ту-ду. Своим хоботом. Ту-ду. Да, ням-ням. Да, это ням-ням. Вот так вот. Вот так вот берешь, Демушка, вот так вот. Вот так вот. Он нас любит очень машинки. Да, очень. У нас тут всякие автобусы, всякие машинки. Вот, и я хочу, я уже обещала снять игрушки. Ну, в общем, полезные игрушки. Не просто игрушка, а именно полезные игрушки для малышей. Кушает. Дима, а еще одну. Тут мы уже собираемся спать, и вот я его начала раздевать, чтобы искупать и ложиться отдыхать. Какие у тебя сегодня были успехи? В парк гуляли, потом я съездила в магазин, купила хлеба и подарок рождественский. На Рождество подарок для родителей. Сейчас принесу. В общем, и сделала английский. Какие были огорчения? Огорчения? Да. То, что мама меня поругала за то, что я поехала в магазин. Она поехала на велосипеде, я запрещаю. Ну, то есть я просто боюсь, особенно когда меня нет дома, когда я не рядом, хоть магазины находятся, по сути, в... Ну, 200 метров, да, но все равно как бы я опасаюсь. Сейчас я принесу цветок. Давай. Ой, блин, проболтала еще. Карапузина. Освещение, конечно, у нас дома вообще. Дема, пойдем баечки? Пойдем? Мама! Нет? А почему? Время уже баечки. Ты уже зевал. Давай. Как Дема делает? Да, вот так. Да, и Дема так говорит маме, что он хочет спать. Вот такой вот. Сказали, что он называется Рождественская звезда. Поле. Да. Какой красивый. Дема. А на секундочку. Аккуратно, Демушка, аккуратно. Красивый какой. Мы очень любим живые цветы в горшках. Я мужа прошу, чтобы он на праздники не дарил мне срезанные. Но он обычно меня не слушает, но каждый раз все равно его прошу. Говорю, пожалуйста, не дари мне срезанные.
Я люблю живые, поэтому было лучше подарить в горшке.